трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Привязывать к автомобилю санки, сноуборды, ватрушки и катать на них людей запрещено. Об этом решили напомнить кировские госавтоинспекторы. В сообщении регионального управления ГИБДД говорится, что за такие шалости ответственность грозит и водителю, и тому, кого он тащит за собой. В последнем случае это штраф 800 рублей, в первом – 1000 рублей. Трасса 101. В 2017 году бензин в нашей стране, по данным Росстата, подорожал почти на 7,5%, дизельное топливо почти на 10%, инфляция же при этом достигла уровня 2,5%. Что будет с ценами на горючее в 2018? Большинство экспертов сходятся во мнении, что ситуация повторится. С одной оговоркой, правда, до президентских выборов в марте роста, скорее всего, не произойдет. Трасса 101. В этом месяце Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий штраф за опасное вождение. Сам термин, напомню, включили в ПДД летом 2016 года, но наказания до сих пор нет. Предполагается, что за резкое необоснованное торможение, перестроение в плотном потоке, препятствование обгону и другие нарушения водителю будет грозить штраф в 5000 рублей. Трасса 101. В Калининграде начался выпуск фастбека Kia Stinger, самой быстрой модели южнокорейской марки. Машина, оснащенная 370-сильным битурбированным мотором объемом 3,3 литра, разгоняется до сотни менее чем за 5 секунд. В менее навороченной комплектации предусмотрен силовой агрегат мощностью почти 250 лошадей. Стартовая стоимость новинки уже озвучена – 1 999 900 рублей. Продажи начнутся ближе к весне. Занятное нововведение в Туркменистане. Отныне там разрешены автомобили только белого цвета. Машины прочих цветов, сообщают местные СМИ, эвакуируются, а их владельцев заставляют перекрашивать транспортные средства за свой счет. Весь сыр-бор якобы из-за того, что белый является любимым цветом президента Туркмении Гурбангулы Бердумухамедова. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.